Мы продолжаем наш такой блиц. Валерий Радаев, Саратовская область. Рады вас приветствовать. Готовясь к форуму, я смотрел о ваших проектах прибрежных. Они огромные, у вас там соединение территорий. Какие угрозы у вас есть на сегодняшний день? Добрый день. Для нас очень важна, особенно концепция по климату, так как мы имеем три природно-климатических зоны. Это прежде всего, начиная от зоны лесов и до зоны полупустынь. И самое главное, прогноз. Почему? Потому что все наши источники, питьевые источники, Заволжье, а это 18 территорий, 400 тысяч населения, надо сохранить воду прежде всего. А просто, прежде чем ее сохранить, если нет паводка у нас, значит подать надо за 300 километров, это месяц. В район надо гнать Волгу с источник от Волги до потребителя на границу с Казахстаном. Поэтому эта концепция для нас просто необходима. Кроме всего, мы занимаемся мелиорацией, у нас 160 тысяч действующих клиномелиорации, и мы задачу перед собой ставим удвоить это, как в советское время было 500 тысяч гектар в Саратовской области мелиоративного клина. И сегодня это успешно в сельском хозяйстве, с учетом наших природно-климатических условий, гарантирует устойчивое получение урожая. Как сегодня жители смотрят на эти преобразования? Насколько вы чувствуете, что это прямо ключевой вопрос, возвращать им эти земли? Мы это чувствуем ежедневно, особенно сегодняшнее лето. 2,5 месяца ни одного дождя, 35 градусов. 2,5 месяца? Жары, да. Поэтому это чувствительно ежедневно в нашем условии. Кто у вас занимается вот таким климатическим прогнозированием? Занимаются специалисты. У нас хорошая своя наука, высшее учебное учреждение, и политехническое нашло, и наш университет классический, который нам в этой части, у нас есть хорошая кафедра географии. Все эти прогнозы мы можем уже сегодня для себя выстраивать сами. Валерий Васильевич, а что касается малых городов? Вот если, потому что вы руководите областью, это вы считаете, вот как бы ваш взгляд на систему в целом, потому что, понимаете, у нас немало, и здесь есть гостей, участников из городов 20 тысяч, 30 тысяч жителей. Не будем скрывать, там очень небольшой бюджет. Вот с вашей точки зрения, чья это зона ответственности? Знаете, зона ответственности, когда есть задача, мы не перекладываем, мы ищем решение. Может быть, это все-таки тогда должна быть какая-то федеральная история? Если у нас не будет своей возможности, мы обратимся в федеральный закон. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. 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 Откарск. Саратовская область. Ершов. Саратовская область. Красный Кут. Саратовская область. Хвалынск. Саратовская область. Малые города. Гордость большой страны. Я сейчас приглашаю Валерия Радаева, губернатора Саратовской области, выступить. Ведь форум «Среда для жизни» прошел в Саратове еще в 2017 году. С того момента стартовало сразу несколько крупных проектов. В 2020 было объявлено о перезагрузке центральной набережной города, а в 2021 завершился конкурс на стратегию развития его центральных территорий. Прошу вас, вам слово. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемый Ирик Конопарович, Виталий Леонтьевич, водные ресурсы были и остаются конкурентным преимуществом регионов, расположенных на больших рек. Отмечу, что протяженность Волги на территории Саратовской области составляет почти 500 километров. В сегодняшней повестке река, помимо промышленного и логистического, приобретает градообразующее значение, становится главным объектом туристической инфраструктуры и мотиватором преобразования городской среды. В нашем регионе такие преобразования начались с идеи создания агломерации. Она включает в себя областной центр и несколько близлежащих районов, где проживает более 1 200 000 человек. Соответствующее соглашение было подписано в апреле 2017 года. Буквально спустя месяц в Саратове прошел второй международный урбанистический форум, на котором были озвучены концепции создания современной городской инфраструктуры. Многие из них мы взяли за основу. Первым этапом стало создание 8-километрового пешеходного кольца. Оно объединяет в себе главные рекреационные зоны Саратова, два парка, три пешеходных улицы, набережную, бульвар, пронизывающий сразу несколько районов. Маршрут охватывает весь исторический центр и самые знаковые места. А это такие уникальные объекты, как консерватория, гостиница «Волга», крытый рынок, цирк,
Все здания, построенные в начале 20 века, имеют статус памятников федерального значения. Идея пешеходного кольца направлена на максимальное раскрытие туристического потенциала Саратова, повышение инвестиционной привлекательности и деловой активности. В проектировании был задействован пул саратовских архитекторов. Работы шли при активном взаимодействии с фондом Дом РФ. Территория комплексного благоустройства на всем протяжении маршрута выбрана с учетом мнения саратовцев. Проект реализован за счет спонсорских средств, госпрограммы формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что с появлением пешеходного кольца наращивается турпоток, в том числе с круизных лайнеров. Этот участок вошел в маршрут региональных туркомпаний. Нами были впервые реализованы такие кейсы, как дизайн-код, правила размещения вывесок. Принята новая система визуализации городской среды. При этом не могу не отметить, что исторический центр Саратова с его архитектурными памятниками требует особого внимания к сохранению идентичности. Вдохнуть современность, старинные фасады – сложная задача, но постепенно мы ее решаем. В текущем году завершено благоустройство новой набережной как части пешеходного кольца. Раньше этот отрезок береговой линии относился к промзоне, теперь здесь создается инфраструктура отдыха. Сейчас продолжается реконструкция исторического участка набережной Космонавтов. Когда будет полностью преобразована территория, это в конце текущего месяца, Волги, Саратов приобретет новый облик, а жители новый уровень комфорта, соответствующий статусу крупного волжского города. Уважаемые участники форума, в апреле прошлого года при содействии фонда Дом РФ и КБ «Стрелка» был организован международный конкурс по комплексному развитию 5 неосвоенных территорий в центральной части Саратова. Их общая площадь более 400 гектаров. В ходе интерактивного голосования победили архитектурное бюро из Нидерландов, Швеции и России. Все разработки имеют две важнейшие составляющие – рекреация, то есть и экологичность. И элементы современного дизайна, а значит самые высокие стандарты комфорта и безопасности. Решение органично вплетается в концепцию развития саратовской агломерации, работа над которой уже вошла в практическое русло. Один из ключевых проектов – застройка территории бывшего аэропорта площадью более 200 гектаров. Участок находится вблизи от исторического центра берега Волги. Применили модель освоения территории «город в городе», то есть создание компактной современной городской среды с комплексной застройкой по новым стандартам. Планируется привлечение частных инвестиций, использование ГЧП, а также нового механизма господдержки инфраструктурного меню. До конца текущего года должны быть завершены проекты планировок не только территории старого аэропорта, но и парка Победы. Продолжим двигаться и по другим территориям. Часть проектов касается непосредственно акватории Волги. Зеленый остров, Покровские пески станут главными звеньями Зеленого кольца. А это комплекс экологических и туристических преимуществ. Не говоря уже о том, что новая инфраструктура потянет за собой модернизацию городской транспортной системы. Уважаемые коллеги, все сегодняшние спикеры представляют успешные, динамично развивающие регионы. Саратовская область стремится к этому уровню. Мы исходим из своих стартовых возможностей и местной специфики. Те решения, которые воплощаются благодаря серьезной господдержке и актуальным трендам, для нас прорывные. И тем важнее их реализовывать. Пользуясь случаем, приглашаю всех вас, уважаемые коллеги, посетить Саратов и увидеть изменения своими глазами. Спасибо за внимание. Спасибо. Валерий Васильевич, один вопрос у меня к вам вдогонку. Я знаю, когда вы начинали, у вас была такая платформа «Я выбираю Саратов». И вы говорили о вовлеченности жителей. Даже очень интересно, что на конкурсе у вас победили голландцы, шведы, россияне. А сколько людей, вот реально, какое число проголосовало, участвовало? Вот мы получили обратную связь, больше 200 предложений от жителей. И сегодня мы представляем, что невозможно ни одно решение, особенно такое глобальное, принять без обсуждения с жителями. Поэтому в основе своей жители предлагают обратить внимание на экологию, обратить внимание на работу общественного транспорта, но и на ряд других вопросов. Благоустройство прежде всего. Поэтому все это в нашей новой концепции, как раз вот той заложено обустройство 5 пространств, это все учтено. И мы сейчас уже на выходе будем буквально с начала года готовить проект и приступать к его реализации. Это будет самый современный проект в России. Но вот те замечательные картинки, которые вы показывали, за них люди тоже голосуют, правильно я понимаю? Конечно, конечно. А как без этого? Спасибо, благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо.